Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас реакция француза Кейлионе на песню «Грешная страсть». Всем приятного просмотра. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы познакомимся с новой песней Димаша Кудайбергена, которая называется «Грешная страсть». Давайте для начала послушаем ее, а потом в конце обсудим ее вместе, если пожелаете. Судя по вашим комментариям, это безумно красивая песня. Это фанаты. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Низкий голос. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Очень красивая вибрато. Были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. А это уже второй голос. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы. Опа, я начинаю понимать, о чем вы писали. Видно, что песня не халам-балам. Я же говорил. Это же так сложно. Я просто без ума.
Уля-ля! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! О! Уля-ля! Игор крутой! Вау! Вероятно, эту песню написал Игорь Крутой. Ладно, я совсем не ожидал, что здесь будет такой фарш. В общем, я посчитал. Я думаю, что диапазон этой песни... составляет 4 или 5 октав. Димаш здесь покоряет такие ноты, которые подвластны лишь великим оперным певцам, как, например, Мария Каллас. Он берет эти ноты, и не только. Я не знаю точно, но я думаю, что это была высочайшая нота ля 5. Это же просто колоссально. Это грандиозно. Вау-вау-вау! Как вы знаете, я обожаю техничность вокала. И это была самая высокая нота, которую я слышал с тех пор, как смотрю Димаша. Это удивительно, хотя что тут говорить? Этот парень всегда удивляет. Он всегда делает то, чего ты от него никак не ожидаешь. Я думаю, что этот человек с очень богатым внутренним миром. Он долгое время изучал музыку и познавал свои возможности. Нам никогда не достичь его уровня без такой же практики и обучения. Вау, какая великолепная песня! Я читал перевод песни. Там были субтитры. Какие прекрасные слова. Я не знаю, кто их написал. Может, Игорь Крутой написал музыку? В общем, я не знаю, что это за песня. Напишите мне, если вы в курсе. Вау! Какой большой артист! И каждый раз я такой растерянный, когда я слушаю, как Димаш поет песню с такой страстью и с такой любовью. Есть какая-то такая простота в этом пареньке, когда он поет. Потому что пение – это не только демонстрация голоса, это также и форма взаимодействия с публикой. Пение – это еще и искренность. Невозможно так хорошо петь, с такой степенью постоянства, не будучи искренним. Я думаю, что это станет моей любимой песней. Вы мне каждый раз так говорите. И потом я сам слушаю что-то новое от Димаша и говорю то же самое. Но вы же видели, какая лепота. Это очень высокая планка, как говорят во Франции. Я собираюсь еще раз ее послушать. Я просто влюбился в эту песню. Спасибо большое за то, что вы познакомили меня с ней. Надеюсь, она вам тоже понравилась. Что вы думаете о песне? Поделитесь своим мнением, расскажите мне о ней побольше. Я вам всем бесконечно благодарен. Я знаю, что многие из вас из России, из Китая, а также из Казахстана. Передаю вам всем персональный привет, а также Польша, нашим друзьям в Канаде, Венгрии и в других странах. Я всегда с вами. Спасибо и до скорой встречи. Thank you. Bye-bye. See you soon. Добрый вечер. Bye. И тебе спасибо за твои реакции. У Кей Леона есть еще много реакций, и я их всех переведу. Главное, чтобы YouTube не блокировал некоторые песни Димаша. Также Кей Леона для меня самый тактичный музыкальный блогер. Мне нравится то, что он слушает песню до конца, не прерывает ее, и только потом рассказывает, что он о ней думает, и рассказывает, что он чувствовал. Также он всегда
находит, что сказать, хотя думаешь, столько уже всего переведено, столько уже всего озвучено, и думаешь, уже нечего даже придумать, но когда человек слушает, и ему это нравится, то слова идут сами собой, и он правильно сказал, что невозможно петь на таком уровне, если ты не искренен. Всем хорошего дня, всех люблю, всех обнял. Пока!